несколько самолетов пришлось отправить на посадку в другие города. Вечер в Победилово выдался беспокойным. Что произошло? Об этом не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давеча». Меня зовут Наталья Бакирина. Здравствуйте. Кировским паркам досталось. После субботнего урагана шквалистый ветер повалил деревья, когда устранят последствия непогоды. Один погиб и 30 пострадали. В госавтоинспекции рассказали об авариях за выходные дни. Где они произошли и сколько их было. Были задержаны 17 водителей, управлявшие транспортом в состоянии опьянения или отказавшись от прохождения медосвидетельствования. Бесполезная ливневка, сломанные скамейки, сухие деревья. В Кочуровском парке ничего не меняется. Каждый год кировчане жалуются на его состояние. Что не так с зеленой зоной? Проблема прежде всего в качестве приемки работ в тех должностных лицах, которые ставят подписи за ними. Мы весь первый круг, ну, плюс-минус отыграли одним составом, где-то и усталость накопилась, и эмоциональная усталость, конечно, у ребят накопилась. «Динамо» Киров завершили первый круг чемпионата на первой строчке группы. Команда уходит в отпуск на 2 недели. Когда следующая игра и кто будет соперником? В Кирове устраняют последствия субботней грозы. Из-за непогоды упали десятки деревьев, сообщили в администрации города. Так поступили сообщения о том, что крупные ветки и деревья рухнули в парке имени Гагарина и в Александровском саду. Также сломаны деревья на улицах Карла Липнихта, Ключевой и Комсомольской. Большую часть веток убрали, рассказали в мэрии. Если вы знаете, где лежит упавшее дерево или крупные ветки, которые мешают проходу по тротуарам или проезду автомобилей, можно сообщить об этом в единую дежурную дистанцию. Диспетчерскую службу по телефону 76 400. 1 человек погиб и 30 получили травмы в авариях в Кировской области. Госавтоинспекции подвели итоги работы за выходные. Всего произошло 23 крупных ДТП. Так, 7 июля в 1:00 ночи в Малмышском районе на 261-м километре автодороги Киров-Малмыш-Вятские поляны «Жигули» вылетели с проезжей части, машина перевернулась, водитель погиб. 5 июля в 7:30 утра в Афанасьевском районе на 14-м километре трассы Афанасьево-Глазов столкнулись «Рено Логан» и «УАЗ». 6 человек получили травмы. 7 июля в 17:20 в Белохолуницком районе на 677-м километре федеральной дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь мотоциклист вылетел с проезжей части. Он и 14-летняя девочка-пассажир получили травмы. Были задержаны 17 водителей, управлявшие транспортом в состоянии опьянения или отказавшись от прохождения медосвидетельствования. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей. Вечером 7 июля из Кировского аэропорта вывели пассажиров самолета, которые следовали на посадку, отправили в другие города. Пассажиры писали, что рейс из Санкт-Петербурга улетел в Чебоксары, а из Москвы в Нижнекамск. Как выяснилось, в аэропорт поступило сообщение о том, что здание якобы заминировано. На место приехали все экстренные службы. Информация не подтвердилась. Пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться на свои места, а самолеты, которые не смогли приземлиться, вылетели обратно в Киров. Аэропорт вернулся в привычный режим работы. Дважды сел за руль пьяный, в итоге остался без прав и без машины. В Кирове вынесли приговор 37-летнему автомобилисту. Доказано, что в ноябре прошлого года подсудимый ехал по Кирову на иномарке. Его остановили инспекторы. Выяснилось, мужчина был пьян. Нарушителю назначили наказание 200 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года. По ходатайству государственного обвинителя суд применил положение статьи 104 прим. Уголовного кодекса России и в качестве предмета совершения преступления конфисковал автомобиль правонарушителя. Без слез не взглянешь, так пишут кировчане в соцсетях о состоянии Кочуровского парка. На некоторых скамейках сидеть неудобно, потому что там не хватает реек, а вид портят. А сухие деревья, вопросы вызывает и ливневка. По мнению общественников, ее сделали выше уровня грунта, и поэтому она не может выполнять свои функции. К тому же во многих местах водоотвод сломан. Парк не нуждается в новых объектах благоустройства, считают активисты. Важно уделить особое внимание качеству уже тех, что есть. Все видят, как спустя рукава подбираются по своему дизайну фонари, как выбирается тип крыши новой сцены. Люди видят то, что каток заливается на грунт, при этом погибает абсолютно полностью трава. Даже воркаут-площадка сделана без должных подходов к ней. Проблема прежде всего в качестве приемки работ.
в тех должностных лицах, которые ставят подписи за ними. Завершили первый круг в лидерах. Футболисты «Динамо» Киров в выходные одержали волевую победу. Соперником была команда «Урал-2» из Свердловской области. Кировчане играли на домашнем стадионе. Единственный гол за весь матч забил Илья Кожухарь. Он отправил мяч головой в ворота соперника на 34-й минуте. В итоге «Динамовцы» завершили матч, ведя в счете, и ушли на второй круг лидерами группы. В их активе 32 очка после 13 игр. Из них 10 завершились победой. Ближайший соперник команда «Амкар Пермь» отстал на 2 очка. В следующий раз кировская команда выйдет на поле 27 июля против «Оренбурга-2». У нас, конечно, ограниченная скамейка, и где-то по ходу игры приходится экспериментировать. Сегодня, например, во втором тайме там Багдаева левым защитником, Дронова слева в полузащите, не хватает народу. И, в принципе, мы весь первый круг, ну, плюс-минус отыграли одним составом, где-то и усталость накопилась, и эмоциональная усталость, конечно, у ребят накопилась, и этот перерыв, я думаю, как нельзя, кстати, сейчас пойдет, даст время нам перезагрузиться и с новыми силами, надеюсь, продолжим. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А после проект «Какое твое дело?». В студии работала Наталья Бакирина. Всего доброго. До свидания.